Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Свяжем мы все-таки этот пуловер, вот этот, сейчас покажу, вот этот, который я разбирала, делала разбор. Сделаю мини-версию подробно, чтобы вы понимали четко, как выглядит эта конструкция и где у нас что. Итак. Снимаем мерку, вы снимаете как бы ширину джемпера своего, либо футболочки, кофточки, ну, в общем, ту ширину изделия, которую вы хотите, да. Если смотреть вот здесь, вот она ширина. Обычно это полуокружность бедер плюс 7-10 сантиметров, в зависимости от того, какую свободу облегания вы хотите. Итак, у меня, допустим, пусть это будет 15 сантиметров, в моем образце будет, вот. И что это значит? Что мне нужно определить вот эту вот часть. И вот эта часть у меня должна быть 7,5 сантиметра, половина. То есть, если у нас ширина 15 сантиметров, то нам нужно определить половину этих сантиметров, как бы половину этой ширины, 7,5 7,5. Каким образом мы это определяем? Нам нужно вывязать угол, он у нас будет как бы образцовый, это будет образец, потом мы его распустим просто для снятия мерки. Нам нужно вывязать вот этот вот треугольник, о котором я говорила. Значит, я набираю 3 петли для начала и вяжу, значит, таким вот образом. Первый ряд лицевыми петлями. Мы можем вязать, в принципе-то, и платочной гладью, но и чулочной гладью, ну, желательно вязать тем узором, которым вы будете вязать. То есть я буду вязать чулочной гладью. Так, забыла сказать, в начале ряда я сделала воздушную петлю и забыла сказать. Так, в начале каждого ряда мы делаем воздушную петлю вот таким вот образом. Тут главное соблюсти плотность, которой вы будете вязать в финале. Так. Вот. И вяжем мы до того момента, когда сторона у нас не будет равняться 7,5 сантиметра. То есть мы вяжем вот этот вот треугольничек. Видите, вязание у нас расширяется. У вас понятное дело, что это будет не 7,5, а где-то там 20-25 сантиметров. Если ширина джемпера у вас будет, допустим, 50, то это будет 25 сантиметров. Вот и так я продолжаю вязать. Пока вот эти стороны у меня не будут равняться 7,5 сантиметров. По сути, это одна мерка. Далее мы будем мерить на себя. Не забываем в начале каждого ряда делать воздушную петлю. Продолжаем вязать, пока не достигнем нужной нам длины. Итак, вот связала я вот такой вот уголок. Его, конечно же, можно связать маленький и как бы на 5 сантиметров и рассчитать все остальные количество рядов, девчонки, это чтобы не вязать. Еще, ну, если так подумать, то можно рассчитать эту диагональ и по плотности высчитать, но это все-таки заморочки. В общем, я это связала полностью как бы наглядно, чтобы вы видели, где я, ну, что я именно вяжу. Я вяжу вот этот вот выгрыз, половину. Вот он у меня.
сторона которого у меня составляет 7,5 сантиметра, у вас же составляет ваше число. Так, 7,5 сантиметра. Теперь я считаю, что для чего я это делала. Мне нужно было вот это расстояние рассчитать, то есть этот угол. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 петли. Вот что мне нужно было, 24 петли вот здесь вот, и здесь 24 петли, и вот линия реглана, я здесь добавлю 2 петли, то есть 48 петель плюс 2, 50 петель у меня линия набора. Итак, вот 24, далее 24 и 2 петли линия реглана. Набираю я 50 петель. 3, 4. Забыла посчитать, сколько это в сантиметрах измерить. Видите, уже распустила. Ну, по итогу у нас должно получиться ширина 15 сантиметров. Вот сейчас и проверим. Так, 50, значит, у меня. 1, 2, 3, 4, 50. Итак, 50 петель. Далее я вяжу 3 ряда. 3, наверное, да. 3 ряда платочной глади, чтобы не отходить от оригинала. Вы же смотрите сами. Можете связать больше. Можете связать там пару рядов резиночкой. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Наша цель — это подробно разобрать вот эту вот конструкцию. Итак, я вяжу 3 ряда. Итак, я провязала 3 ряда. Теперь что мы будем делать? Здесь мы будем в начале и в конце ряда сокращать по одной петле, то есть провязывать по 2 петли вместе. Здесь мы будем добавлять. Итак, здесь у нас по 24 петли по бокам, по центру 2 петли для вот этой линии регланной. Считаем вместе с кромочной. 1, 2, 3, которые мы провязываем вместе. Это только сейчас, потом мы считать не будем. Нам нужно разделить. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь я буду делать из протяжки лицевые петли таким вот образом, что мы не было дырок, потому что сзади мы их не сможем сделать. Поэтому вот так вот, 2 лицевые. Снова дополнительная петля из протяжки. И 24 петли до конца. Из них же мы сделаем 2 вместе. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот. Я проверила, что это 24, чтобы не считать. И вяжу до конца ряда. В конце сделаю 2 вместе лицевой. Сейчас пока этого не видно ничего, как бы, что оно будет перегибаться, оно потом все согнется, все станет на свои места. Сейчас не волнуемся и не боимся, что это у нас так широко, потому что это у нас вот так вот конструкция, ширина вот здесь вот, видите? Не, ни в коем случае не вот это, так что не пугайтесь заранее. Так, 2 петли вместе лицевой и изнаночная петля. Изнаночный ряд я вяжу изнаночными петлями. И вот так мы будем вязать в каждом лицевом ряду, в начале и в конце, по 2 вместе. То есть будем сокращать петли, а по центру будем добавлять, то есть восполнять их. В итоге у нас получается то количество, которое мы сократили, то же количество мы и добавили. Поэтому количество петель на спицах никоим образом не меняется. Да.
Еще один ряд вам покажу, наверное. Итак, после кромочной 2 петли вместе вяжем до центра, до нашей регланной линии. Ну, она не регланная, но так называемая, скажем так. Так, я проскочила или нет? Вот она, маркером, девчонки, обозначьте. Вот она, воздушная петля. И вот она, вот. Вот эти две петли обозначьте маркером, чтобы не путаться. Значит, перед этими двумя воздушная петля из протяжки, дополнительная из протяжки. Две лицевые и вторая дополнительная после. Вот она, предыдущая, видите? И так далее. И в конце я сделаю сокращение. И так далее. И вяжу я таким вот образом. Вот, если... Вот. То есть до, как бы, выреза горловины. Вот мы смотрим, вернее, меряем на себя, поставили точку на себе, где будет вырез горловины. Вот, и до той точки вяжем. Длину измеряем в самой высокой точке. То есть вот здесь вот, вот эту часть мы и вяжем сейчас. То есть вот эту вот длину, которую мы меряем на себя. Это до выреза. Это ни в коем случае не до плеча, потому что еще мы будем вязать рукав. Так, ну и вот в конце две вместе. Либо так, как я... Ой, показала перед этим. Либо повернуть петли и провязать две вместе. Таким вот образом. Все, я продолжаю вязать до горловины. Пометьте эти две петли, девчонки, чтобы вы не теряли их, как я. Вот сейчас, вот они, мои две петли. Что у меня здесь образовалось? Вот так вот складывается наш пазлик. Вот в такую вот красоту, милоту. Сейчас проверка связи. Та-дам! Смотрите, 15 сантиметров. Вот, вот она ширина. Поэтому я же говорила, не считайте по вот этому. Это у нас там все 20. Так, теперь вот мы находимся вот здесь вот. Вот так вот мы сейчас находимся здесь. И теперь в этой точке, вот в этой вот, где у нас две как бы реглан, мы делим вязание пополам. И будем вязать отдельно каждую часть. Сначала вот эту вот. То есть подразумевается, что сейчас я дошла до горловины, да, и вы дошли до горловины, и теперь нам нужно набрать вот здесь вот петли для рукава. Сколько набирать, девчонки, это уже, конечно же, очень такой индивидуальный вопрос, потому что здесь сложно судить, потому что достаточно сильно спущен рукав. Вот видите, он далеко. И если судить по фотографии вот оригинала, то там тоже очень спущено как бы это плечо. И вот где-то столько же, сколько и здесь. Я бы так визуально сказала, но перестрахуйтесь. Не знаю, меряйте как-то, девчонки. Тут даже и не измеришь. Вот так вот. Здесь. Ну, вот у меня здесь 25 петель, и я наберу еще 26, потому что мне нужно нечетное количество петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26. Итак, вот я набрала петли, вот она моя вот эта деталь. Сейчас я ряд, два ряда еще провяжу лицевыми петлями, ну, лицевой и изнаночной, вернее, один ряд, первый ряд лицевыми, чтобы провязать петли, потому что дырочки, пока узор этот ажурный, я не могу вязать на набранных вот этих вот петлях, воздушных петлях. Поэтому провяжу еще как бы лицевую гладью. Далее, что еще хочу сказать. Вот я подготовила себе два маркера, из которых один уже потеряла благополучно. Так, я сделаю оформление низа, вот, и верха платочной вязкой. Вот здесь у нас же платочная, да, мы помним. И здесь я сделаю платочную, чтобы у меня одновременно и вывязывалась обвязка. Я не знаю, как там в оригинале, что-то мне там ничего не видно, но я сделаю, допустим, где-то 3 или 4 петли. Сейчас посмотрим. Ну, включая кромочную. Но это на маленькой. Вы можете сделать петель 5-6. Вот, чтобы хорошо. Внизу прям можно хорошую такую резинку на 10 петель. Потому что платочная вязка, она стянет изделие. Вот. И будет такой вот эффект резинки. Так что внизу не бойтесь. Либо вы можете внизу ничего не делать. В расчете, что потом вы просто наберете эту резиночку и довяжете резинкой, скорректируете длину рукава. Вот, тоже еще как вариант, да. Так что смотрите. Так. Здесь уже я никаких убавлений, добавлений не делаю. Тут уже мы вяжем ровное полотно, и это будет у нас рукав таким поперечным вязанием. Здесь кромочные я буду вязать лицевыми, тоже чтобы край был у нас красивый, буду вязать кромочные. Так, лицевая. Теперь отделю сейчас, сколько у меня будет здесь для отделки. 1, 2, 3, давайте 4. И повешу маркер, чтобы не теряться. Внутри у нас должно быть нечетная петель вот этой лицевой глади. Со следующего ряда уже начнется узор. Узор я показывать здесь не буду. Он был или вчера, девчонки, вот не знаю, какое я видео первое выложу. Либо был вчера, либо будет завтра. Так, сколько я здесь оставила? 4, да? Но это для этого маленького. Вы же, девчонки, смотрите, там на большом размере, конечно, можно больше. Здесь внизу. Давайте я здесь сделаю больше типа резинки. Посмотрим, как она будет в сочетании с этим узором, чтобы тоже вас 1 2 3 6, да, или 8. Давайте я 8 здесь оставлю. Это не значит, что в оригинале так, это мое, как бы мое 1 2. То есть здесь у нас платочная вязка 3 4 5 6 7 8. Итак, далее я продолжаю вязать вот эту вот деталь, вот эту вот часть, да. Здесь у меня платочная вязка отделена маркерами, здесь у нас вот этот вот с дырочками узор, и вяжу ровно. Здесь уже никаких убавлений, добавлений, ничего у меня здесь нет. То есть здесь вяжу ровно. Тут у меня как бы нарисовано так, чтобы вы понимали в зеркальном отображении. Сейчас же я буду рисовать как в натуральном виде. Вот таким вот образом это выглядит.
Итак, вот уже у меня один рукав. Вот что мы видим здесь, когда я рисовала, да, вот он, этот рукав, который я сейчас связала. Да, ну, здесь я добавила вот эти лицевую гладь. Здесь же у меня нарисовано по половинке, то есть сейчас я нахожу вот здесь, вот, девчонки. Я думаю, этот момент был непонятен. Вот у меня на рисунке вот здесь вот раскол происходит, да, но там пунктирная линия, то есть это место соединения. То есть это полностью, вот он, готовый рукав, который вы, соответственно, меряете по себе, сколько же вам вязать. Так, навскидку, я так вижу, визуально, как бы приблизительно, где-то 35-40 сантиметров. Рукав не широкий, вот. Платочная вязка, видим, сотворила вот такой вот манжет, который не обязателен, но я вам показала это как пример, я просто связала, как можно оформить низ. Здесь же горловинка, вот таким вот образом. Теперь я вот этот вот рукав сошью и перейду к вязанию другого рукава. Сшивать буду во время закрытия петель, то есть вот одну петлю я пересняла. И отсюда буду одевать и провязывать по 3 петли вместе. То есть закрывать петли и одновременно сшивать. Так, провязываю 3 вместе. Обязательно мы должны находиться на изнанке. Вот отсюда я поднимаю эти петелечки. 2. И закрываю 26 петель, столько же, сколько я и добрала. Можно это делать крючком, может, кому удобней. Ну, то есть я закрываю обычно, как и закрывала, но при этом еще и сшиваю. То есть третья петля у меня тут. Вот так вот это получается, чтобы нам потом не придется сшивать это дело. 8. И сшиваю вот до сюда у меня. Это все продвигаю. То есть сшиваю весь рукав. Так, вот, закрыла я все петли. Видите, рукав у нас получился сшитый. Здесь у меня 25 петель. Я перехожу на лицевые петли. Раз, два. 3. Проверяю свое количество петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21. 22, 23, 24 и 25. Все. То есть сейчас показываю, где я нахожусь. Вот так вот это выглядит. Это изнаночная сторона. То есть один рукав у меня связан. Вот он. То есть, понятно, он был в развернутом виде. Сейчас мы его свернули. И получилось вот так вот. Как бы в этом месте, но уже с этой половиной связанная рукава. Далее, сейчас я тут, мне придется, конечно, оборвать нить, у меня один клубочек. Теперь мы вяжем вот эту сторону и делаем то же самое. Так, здесь отделяем сразу же. Раз, два, три, четыре петли на планку. Вяжу до конца ряда, добавляю 26 петель,
отделяю 8 на манжет и вяжу точно так же центральную часть узором. Следим за тем, чтобы количество петель между маркерами для основного узора было нечетным, чтобы нам легко получался как бы этот узорчик. Так, добавляю 26 петель и вяжу. Раз, два, три. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Отлично. Теперь изнаночный ряд вяжу 8 лицевыми, далее изнаночными 4 лицевыми, и со следующего лицевого ряда начинаю вязать узор. Итак, я довязала второй рукав до нужной высоты. Вот по сути у нас и этот вот так вот, если бы мы не пришили, у нас бы было две вот такие вот детали, два рукава. Теперь я сошью как бы, то есть сокращу вот эти вот дополнительные петли. Опять же складываем лицевой стороной вовнутрь. И теперь у нас вот это вот свободный край, он у нас будет за работой. Ну, потому что левый и правый рукав, это понятное дело. Один раз так, один раз так. И точно так же я сшиваю. То есть буду брать как бы оттуда петли и одевать на спицу, провязывать 3 вместе 26 раз, то есть то количество, ну, в общем, закрываем, ой, забыла, то количество, которое мы набрали. Этот способ мы уже использовали в топе, в пуловере, да, вот, вот, буквально недавно, очень популярный пуловер. Маркеры мне уже не нужны. Далее у нас будет чулочное вязание. Итак, закрываю я до начала рукава. Итак, здесь у меня осталось 25 петель. Точно 25, 4, 5, 6, 7, 9. Да, 25. Проверила. Так, вот этот ряд, да, покажу вам, вот мое соединение сшивания. Так, вяжу я изнаночными петлями ряд. Уже узор не вяжу, сейчас соединяю вязание. Сейчас вам еще покажу, довяжу и покажу, как оно выглядит сейчас. Вот эта вот конструкция. Все-таки, да, девчонки, действительно, на мини-мастер-классах очень удобно показывать. Удобно мне, удобно вам. Вот. Так. Вот. Вот. Сейчас прекрасно видно, где я нахожусь и как это все дело выглядит. Да, вот они. Теперь я здесь соединяюсь. Здесь у меня ниточка, которую я привяжу узелком. Ну, в нормальном изделии, то, конечно же, иголочка это все дело продеть и обработать. Я же просто свяжу, чтобы вы понимали. Так, вот я по сути теперь буду присоединять по боковушкам, девчонки. Каким образом, сейчас вам все покажу, чтобы у нас не было шву. Я просто обрежу, но вы этого не делайте. Вы это все дело, пожалуйста, обработайте нормально. То есть проденьте ниточку в иголочку и подтяните ее, протяните, проденьте наизнанку, чтобы узла вот этого не было. Так, сейчас показываю, как же мы будем присоединять. Здесь я вяжу по изнаночному ряду. Вот он. Так, здесь последнюю кромочную. И вот кромочную с этого вязания я одеваю на левую спицу кромочную. И вот эту вот кромочную отсюда. Ну, это у нас по сути здесь. И просто провязываю их две вместе лицевой. Поворачиваю работу. Здесь теперь мы будем делать
Опять же, то же самое, что мы делали здесь. Ну, мы сейчас вяжем. Ну, давайте перевернем. Мы сейчас вяжем вот так вот. Здесь мы будем сокращать минус. Здесь мы будем добавлять. Здесь будем добавлять воздушную петлю. Кромочная. Здесь мы добавляем из протяжки лицевую после кромочной. Далее вяжу. Двадцать четвертую петлю не довязываем, потому что мы, ну, по сути, тут даже считать не надо. У вас для, на реглан уходит одна петля с этой половины и одна петля с этой половины. И вот последнюю петлю мы меняем местами с предпоследней и провязываем 2 вместе. Далее следующие 2 вместе и вяжем до конца ряда. То есть мы вот этот вот реглан, эту линию, мы здесь ее и восстанавливаем, по сути. Но только делаем не добавление, а убавление. В конце, перед кромочной, я делаю дополнительную петлю. Далее кромочная. Я переснимаю ее на изнаночную, на правую спицу. Далее у меня идет основное вязание, я поднимаю кромочную на левую спицу, возвращаю кромочную с этого вязания и провязываю вместе лицевой. То есть, когда мы вяжем по лицу, мы провязываем изнаночной, когда мы вяжем по изнанке, как сейчас, мы кромочные провязываем лицевой. Вот. Ну, изнаночный ряд вяжем просто изнаночными петлями, при этом прикрепляя в конце за следующую кромочную. Сейчас еще раз покажу и просто мы будем вот так вот по кромочным передвигаться вниз и присоединяться. Так, вот я довязываю до конца ряда. У меня остается одна кромочная, которую я переснимаю на правую спицу, подхватываю кромочные с передней части, одеваю на левую и кромочную отсюда, провязываю, ой, здесь лицевой, девчонки, мы на изнанке, здесь лицевой. Вот. Хотя можно и изнаночной. Но только смотрите, чтобы у вас с обеих сторон это все было как бы. Так, далее снова здесь добавляем дополнительную петлю после кромочной. Эти центральные две петли отделите маркером, обозначьте их, чтобы не терять. Так, вот они, две петли, значит, петлю сокращаем перед этим регланом, одну петлю сокращаем, меняем местами, и две петли вместе. То есть мы сократили петлю с этой половины и с этой. Вот, вяжем до конца, в конце делаем воздушную петлю и кромочную присоединяем. Воздушная петля, кромочная. Вот так вот продолжаем вязать, пока не спустимся вниз. У нас получается джемперок без швов, девчонки, пловер, джемпер, такой вот вырез, рукав. Все, у нас уже есть рукава, осталось вязать спинку и все. Так, девчонки, вот опять же
сейчас оно не сформировано, потому что на спицах я довязала до вот этой вот кромки, которая у меня связана платочной вязкой, да, и сейчас три ряда я еще, видите, вот я довязала до вот этой вот, вот здесь вот у меня присоединение, то есть сшито у меня все благополучно, весь джемперочек сшит, и сейчас я провяжу еще три ряда платочной вязкой и все, и закрою петли, и в принципе у меня все. Итак, девчулечки, смотрим, я даже постирала, смотрите, какая прелесть получилась, вот такая вот красота. Здесь у нас все, смотрите, боковушечки красивые, вот они сшиты, рукавчик сшит, все у нас одним цельновязанным полотном получилось. Вот, я думаю, вам все понятно, да, я уверена, что вам на самом деле уже все понятно, вот. А я с вами прощаюсь. На сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.